Калифорнии на трассе перевернулся грузовик, перевозивший около 20 тонн меда. Участники ДТП рисковали намертво прилипнуть к асфальту, но обошлось без пострадавших. Пока по шоссе текли медовые реки, спасатели пытались как-то минимизировать последствия катастрофы. В это время на дороге образовалась огромная пробка. К счастью, травмы никто не получил, кроме любителей меда. Для них это душераздирающее зрелище. Причины и обстоятельства аварии выясняют следователи.